40 литров крови на лечение маленьких онкобольных собрали в Краснодаре волонтеры благотворительного фонда «Цветик-семицветик». Мобильные комплексы переливания крови работали в разных районах города. Акцию приурочили к Международному дню детей, больных раком. Кроме того, на протяжении 2 недель добровольцы собирали средства на лечение маленьких пациентов. Пожертвовать деньги и спасти чью-то жизнь мог любой желающий. Взамен волонтеры дарили красные бумажные сердца, сделанные руками детей. Чтобы привлечь внимание к проблемам онкологических заболеваний, в центре Краснодара разместили мобильные точки под девизом «Я с тобой». Прохожие оставляли на воздушных шарах пожелания скорейшего выздоровления всем детям. Самое частое пожелание было, конечно, здоровье, потому что это главное для ребят. А многие желали терпения, потому что борьба с такими заболеваниями – это очень тяжелое дело. И, конечно, необходимо много сил. И желали также ребятам удачи и любящих людей рядом. После волонтеры прошли по улице Красной. Перед зданием Краевого парламента они устроили масштабный флешмоб. Участники выстроились в форме сердца и выпустили в небо сотни воздушных шаров с пожеланиями. Собранные в ходе акции средства пойдут на лечение детей, пациентов Краснодарского краевого онкологического диспансера.